Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Короткая разминка, волнение и, конечно же, стремление победить. В первой тройке участников на помост выходит мастер спорта международного класса, победитель нескольких чемпионатов по гиревому спорту Джанита Щербина. Девушка представляет Центральный военный округ. Спортсменка побила собственный рекорд. За 10 минут подняла 24-килограммовую гирю 178 раз. И это при личном весе 54 килограмма. Мне не тяжело, потому что мы уже привыкли к таким нагрузкам и... Как? Без этого мы уже не можем жить. Без гири я, например, не могу жить. За выступлением Джаниты пристально наблюдает ее муж Олег. Увлечение жены никак не препятствует, а даже приветствует, так как сам уже много лет занимается гиревым спортом. Собственно, и познакомились они на соревнованиях несколько лет назад. И общие интересы, как бы, меньше недопониманий и так далее. Вместе ездим не только на гражданские соревнования, но и на все военные соревнования. Выступаем в составе сборной вооруженных сил. В составе сборной России я отношусь положительно, сам ее как бы тренирую, там, подсказываю. Вот. Ну, в общем, нас все устраивает. В Рощинске за путевками на чемпионат мира по гиревому спорту среди военнослужащих приехали сильнейшие спортсмены российской армии. 80 человек, парней и девушек, представили разные рода войск, 6 военных округов. Здесь спортсмены очень высокого уровня и высокого класса. Через 2 недели выходить на помост самого высокого уровня. Им нужно сейчас показать лучший результат для команды, чтобы они были первыми. Через 2 недели российские гиревики в погонах отправятся на чемпионат мира среди военнослужащих. Турнир пройдет в Казахстане. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.